Интересный нынче февраль, друзья. Дня 4 стояло плюс 3, и весь снег в кормушках растаял. Превратился в лед. Если он будет копиться, есть вариант, что кормушка просто лопнет и придет в негодность. Поэтому лед из кормушки нужно удалять каким-то образом. Это нужно сделать. Пока я это делаю, друзья, напишите в комментариях, как это сделать лучше. Так, хорошо. С другой начнем. Так, его надо отклеить. Ага. Так, вот это вот поддается. Оп. Ай. Во. Все. Вот такой лед, примерзающий к стенкам, может кормушку запросто разорвать. Вот, поэтому... я говорил, лопает материал, не выдерживает нагрузок. Так, ладно, оставим так, как есть, чтобы не сделать хуже. Как говорится, лучше враг хорошего. Потом обязательно что-нибудь придумаю. А лучший способ, как я уже сказал, делать отверстие в дне кормушек, чтобы вода не застаивалась в них. Потому что зимы бывают разные. Вот это вот как можно сделать? Левой рукой. Правой снимаю. Комментировать одновременно. Все-таки нелегкое это дело. Делать добрые дела.